Это видео получилось очень спонтанным. Я на сервере, мой ник Хьюго Ромеро. Здесь еще один Хьюго Ромеро. Администратор 6 уровня. У тебя не будет чуть денег? На тачку не хватает. Разводит моего подписчика сейчас на деньги. Совершил обмен с Артема Таманенко. Чувак, у которого есть админка с таким же ником, как у меня. Ребят, пожалуйста, не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. Сделайте красную кнопку серой. Я снова возобновляю розыгрыш АЗ Коинсов, и сегодня 500 АЗ получает вот этот чувак. Напиши в комментах свой ник на сервере, и в следующем видео, возможно, именно ты заберешь свои 500 АЗ. Ребят, это срочное включение. Я зашел на сервер просто поиграть и вижу уже в репорте кто-то пишет: Хьюго, вставь меня в ролик, пожалуйста, можно скрин с тобой. А я только зашел в игру, и еще никто не знает, что я на сервере. Вот как бы я на сервере, мой ник Хьюго Ромеро, ID Хьюго прописываю, и здесь еще один Хьюго Ромеро. Вот он, кота на машине, и все игроки думают, что это я. А, и он решил поплавать. Стоп, а что это было? Так, это что было сейчас? Он упал в воду и телепортировался обратно на дорогу. Администратор 6 уровня, промокод хэштег Ромеро. Чего? Чтобы вы понимали, вот я сейчас на своем аккаунте, и у меня точно такое же описание. Администратор 6 уровня, промокод хэштег Ромеро. Как такое вообще может быть, я не понимаю. В списке админов его, кстати говоря, нет, там только я. Хотя хрен знает, кто это, я или он уже, я не понимаю. Ребят, я только сейчас заметил, что у него в нике вместо буквы R буква N. Это вообще почти незаметно. Поэтому все игроки так и ведутся на это. Но, блин, у него даже аксессуары такие же, как у меня. Вопрос только в том, почему его не банят админы за это. Это же фейк. Ребят, вы видели? Он просто телепортируется на крышу. Если это не админ, то как он это делает вообще? И почему его не кикает сервер? Может, админы его не банят, потому что тоже думают, что это я? Ребят, он просто продолжает телепортироваться. Как это... Вот что это? Как это происходит? Стоп! Он есть в списке админов. Младший модератор, 1 уровень. Я сейчас ничего не понимаю, откуда у него вообще админка. Короче, это что-то очень странное. Я не понимаю, кто это, почему его никто не банит и откуда у него админка. Теперь стало понятно, почему его не банят админы. Они, наверное, просто думают, что это я, что это мой аккаунт. Но нет, сейчас просто два Хьюго Ромеро на сервере. Ку! Как жизнь? Ребят, меня узнали. Точнее, его узнали. Не будет у тебя чуть денег до тачки докинуть. Офигеть, он от моего лица просит денег у него. Хорошо, что он ему отказал. Ты настоящий! Еще один чел просто не замечает. Да! Никто вообще не замечает, что у него просто другая буква в нике. Интересно, как долго он уже играет и сколько игроков он уже так развел. Вот, он опять телепортировался. Так, он приехал на автобазар. Я надеюсь, он никого разводить не собирается сейчас. Да блин, опять эти просадки FPS на автобазаре. Кстати, ребят, у меня же для вас есть подарок на Новый год. Дарю вам промокод на скидку на весь ассортимент в магазине HyperPC. Например, на производительную игровую конфигурацию HyperPC Play можно получить скидку от 10 тысяч рублей. Скидка распространяется на все, что будет у вас в корзине. Ну а насчет лагов, избежать их я бы смог с новым компьютером от HyperPC. Зайдя на их сайт, я тут же влюбился в этот ПК. Это HyperPC Lumen. В первую очередь он зацепил меня своим нереально крутым дизайном. Он отлично впишется в любой интерьер. Комплектующие у него не менее привлекательные. Видеокарта GeForce RTX 30 серии и процессор Intel 12 поколения, благодаря которым вы забудете, что такое лаги и низкий FPS. Если вам хочется выделяться, у HyperPC есть возможность выбрать абсолютно любой цвет корпуса. А если это не устраивает, можно нанести винилографию. Для каждого компьютера HyperPC Lumen компания изготовит именную табличку с вашим именем или лого. А с помощью конфигуратора есть возможность выбрать комплектующие под свой бюджет. HyperPC это лучшая гарантия и поддержка. Компания имеет собственное производство и занимается созданием мощных игровых ПК более 10 лет. Большинство крупных блогеров, а также крупнейшие киберспортивные мероприятия выбирают именно HyperPC. Прямо сейчас переходите по ссылке в описании и не забывайте про новогодний промокод на скидку. Так, он приехал на автобазар. Я надеюсь, он никого разводить не собирается сейчас. Здорово, бичуган! Ебать!
Ромеро! Привет! Здорово! Давай отойдем! Мэн, у тебя не будет чуть денег? На тачку не хватает! Лям буквально! Ща! Офигеть, ребят, он реально разводит моего подписчика сейчас на деньги! Совершил обмен с Артема Таманенко! Удачи тебе, брат! Передам тебе привет в видео! Эх, Артем, был бы ты внимательнее! Ты бы заметил, что это не я, это мой фейк просто с похожим ником! Он еще опять телепортировался куда-то и офнулся! Пока что это что-то вообще непонятное, чувак, у которого есть админка с таким же ником, как у меня, обманывает на деньги моих подписчиков, выдавая себя за меня. И админы его не банят, потому что, блин, он сам админ. 20 minutes later. Я просто такой тупой. Это жесть. Ебать, я тупой! Это же мой второй аккаунт. Я совсем забыл об этом. Давным-давно у меня на канале было видео, где я, по-моему, вместе с Данте зашел на аккаунт я на свой, и он на мой второй, вот этот вот Хьюго Ромеро. И мы просто троллили игроков, смотрели, кто поверит, что это я. Я выдал на тот аккаунт админку первого уровня и совсем забыл про привязки. А пароль, я вообще молчу, пароль там был QWERTY888. То есть, получается, я создал свой же фейк с админкой первого уровня, с легким паролем, который можно угадать за 3 минуты, и не поставил на этот аккаунт ни одну привязку. Ебать, я даун! И судя по всему, как раз таки кто-то и отгадал пароль от этого аккаунта и зашел на него. Вот, кстати, он уже перезашел на сервер. Хорошо, что он не знает пароль от админки. Единственное, что он может делать с админкой, это просто телепортироваться, потому что для этого не нужно знать пароль от нее. За моей глупости чуть не пострадали обычные игроки, а вообще, может, уже и пострадали. Потому что мы сами видели, как он просил денег у моего подписчика. Ребят, если он вас когда-либо обманул, напишите об этом в комментариях и напишите дату, когда это было. Я чекну по логам и обязательно верну деньги всем пострадавшим. Потому что это все-таки моя вина, что я придумал такой легкий пароль. Вот он снова зашел на сервер, и интересно, что он сейчас будет делать. Он приехал на автобазар и хочет, походу, продать свой Lexus. Так, он наконец-то продал свою машину. Ромеро! Отойдем! Снова тот Артем, которого он обманул на миллион. Блин, я надеюсь, он сейчас не собирается ему что-то дать. Можно скрин? Конечно! Интересно, как скоро этот Артем поймет, что это не я? Nice fake! Наконец-то хоть кто-то заметил, что это фейк. Видели, он когда пишет в non-rp чат, у него написано администратор. А чё ты с двух аккаунтов? Он реально поверил, что это мой второй аккаунт и спрашивает, типа, а чё я с двух аккаунтов? То есть он может просто так играть с моего фейка и всех обманывать, а если кто-то заподозрит, что это фейк, он просто покажет распальцовку. И игрок увидит, что это админ и подумает, а, ну блин, если это админ, то это не может быть фейк. А нет, блин, может. Я не понимаю, что происходит, он куда-то телепортируется постоянно. Так, он начинает уже баловаться админкой, походу, телепортируется по игрокам просто. Вот к какому-то чуваку домой телепортировался. Ты кто? Я администратор сервера. В чем дело? Хотел спросить, нравится ли вам у нас? Нравится очень. Спасибо за отзыв, приятной игры. Я не пойму, это что, он просто решил в админа поиграть, что ли? Ой, он к полицейским в отдел телепортировался. Спасибо, что все собрались. Проводим лекцию. Он меня сейчас жестко подставляет вообще, что это за фигня? Присаживайтесь, господа. Реально, посмотрите, просто копы сидят, блин. Главное, никто даже не замечает, что это фейк. Мы мусора, и мы должны защищать штат. Чё за фигня, блин, он меня сейчас подставит вообще. Так, пора это заканчивать, ребят. Телепортирую его к себе. Ну чё, друг, а теперь ты мне объясни вообще, как ты зашел на мой аккаунт? Я сейчас все объясню. Ну давай уж, постарайся мне объяснить, блин, какого ты зашел на мой аккаунт второй вообще. Я видел этот аккаунт у тебя в ролике и по случайности угадал к нему пароль. Короче, все как я и думал, ребят. Я ничего плохого на твоем аккаунте не делал. Только разводил моих подписчиков на деньги, блин. В любом случае, мне придется этот аккаунт забанить. Ты обманывал моих подписчиков. Ладно, понимаю, извини. Для начала я отберу у него админку. Теперь он не админ, и теперь я смогу его забанить. Бан на 2000 дней, чтобы на этот аккаунт уж точно никто никогда не зашел. Вывод этого видео такой, ребят. Всегда устанавливайте на свой аккаунт все привязки и придумывайте себе сложный пароль, чтобы его никто не смог отгадать.